Сейчас я делаю свечи, новые свечи. Здесь у меня кипит воск. И эти свечи у нас со змеиным жиром. Очень мощные свечи. Свечи на очистку и откат выражения. Змеиный жир – это невероятно мощный ингредиент в колдовстве. Как и сами сушеные змеи, как и змеиный порошок. Я закладываю этот жир в свечу и заворачиваю ее с определенным заговором. Это еще не все. С этими свечами еще будет проводиться ритуал, и они будут еще мощнее и красивее. Вы уже чувствуете, какая мощь содержится в этих свечах. Чувствуете запах и силу змеиного жира. Вы уже ждете поработать с этой свечой?